От рома и ужина не отказывай. Стойте! Погодите! Не вы ли Геральт из Ривии? Смотря кто спрашивает. Третий отдел казначейства, филиал в Дориане. Перед вами его представитель, инспектор Хачибор Пятка. Мое почтение. Ну и в чем дело? В ваших незадекларированных доходах. Простите? До нас дошли слухи, что за несколько последних месяцев вы значительно обогатились. Что возбудило наши подозрения? Короче, всегда хотел посмотреть, что будет, если заставят платить какой-то там процент. У вас более важных дел не нашлось? В данный момент нет. Поэтому прошу не выкручиваться, а отвечать на мои вопросы. Профессия. Ведьмак, убийца, чудовищ. Так-так. Индивидуальный предприниматель, услуги по дезинсекции, дератизации, демонстризации. Далее. Вели ли вы когда-либо оптовую продажу необработанных коровьих шкур в окрестностях Белого сада? Ну, может, один раз или два. Во всяком случае, не более трех. А вы затем подавали декларацию по форме НДФЛ-30/В в отделе казначейства по месту жительства? Нет? Ну вот то-то. Хорошо. Далее. Приобретали ли вы в текущем налоговом году раковины с целью продажи находившихся в них жемчужин? Даже если и так, что в этом плохого? Статья 86 Гражданского кодекса гласит: лицо, умышленно приобретающее товар ниже рыночной стоимости, пользуясь при этом незнанием продавца, подлежит денежному штрафу в размере 200% от полученного дохода. А теперь попрошу ответить, торговали вы этими жемчужинами или же нет? Ну, к сожалению, случалось, но я не знал, что это противозаконно. Игноранция легис нон экскузат, говорили древние враны. Незнание закона не освобождает от ответственности. А теперь последний вопрос. Вы когда-либо присваивали себе чужое имущество? А что это значит? Это значит, проникали ли вы когда-нибудь в чужой дом и забирали ли оттуда что-то без разрешения? Случалось, но владельцы не протестовали. С точки зрения закона, это не оправдание, уважаемый. А теперь прошу минутку подождать. Ответы из графы «Б» сравниваем с таблицей 7, учтем коэффициент бездетности, льготу в 7,3% в связи с профессиональным риском. И готово. Возьмите. Что это? Счет на оплату задолженности по налогам. Прошу оплатить его в банке Вивальди. Но я ведь никогда не платил налогов. Вот именно. Поэтому и задолженности значительные. Очень советую вам отнестись к этому делу серьезно. Крысы канцелярские. А что для вас, ваши мысли? У меня тут все. Отчетов, лучшие товары по эту сторону. Бумаги.
1000 крон. Ладно, надо сохранение посмотреть и попробовать оплатить. Посмотрим, что будет. И бутылочку тоже. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Эка невидаль. Случай. А тебе. Что это? Еще. Ну и. Ва. Эй, Сидори, видел уже, что у меня на прилавке? Века не видаль. Вим. Ой, боюсь, что нет. Нет? Понимаете, пришло уведомление, что у вас долги по налогам, и я не имею права вас обслуживать до тех пор, пока они не будут выплачены. Ну так и быть, заплачу. Я думал, что порталы — самая мерзкая вещь на свете. А нет, налоги хуже. Даже 100 опыта дают. Ну и ладно, можно так оставить. Там ничего особенного. Просто сертификат какого-то порядочного гражданина дает. Чем могу... У меня есть немного денег. Вы попали по... Покажи мне твой.
Бывай. Да славится ведь. Я принес еще немного денег. Этого уже должно хватить. На инструменты хватит. Но есть еще кое-какие редкие материалы. Исключено. А теперь хочу посмотреть, на что ушло мое золото. Теперь у меня есть все, что нужно. Это точно? Все необходимые расходы можно покрыть незначительными суммами. Да и никаких редких камней мне тоже не нужно. Надо же, даже не верится. А еще у меня есть бутылка вина из родных мест. Мы должны поднять тост за успех. Твое здоровье. Благодарю за помощь. Если хочешь посмотреть мою самую новую работу, прошу. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Спасибо, будь здоров.